Привет, друзья, привет, подписчики. Сегодня будем показывать видеоролик о том, как я лечу свою птицу. Давайте начнем с суточного возраста. Мы пропаиваем. Так, вода, слив, воду с вечера бросается крискалик марганцовки. Обычно он до утра стоит, утром и добавляется туда витамин. Это обычная пропойка. Но первые 5 дней пропойка идет такая, значит. Ходит туда, Ципрос Лексосин. Ходит туда. Римонтадин. Поближе покажу. Ципрофлоксацин. Эриприм БТ. Соответственно, витамин. Ну, марганцовка у меня. Она есть марганцовка. Значит, прошли 5 дней, все, больше ничем не пропаиваю, кроме витамина и марганцовки. До где-то двух месяцев, пока птица не перенесет отлет. Падежа там никакого нет, и обычно как только начинается расплев, все, прижигание клюва и клетки. Вот в клетке первое время держится обогрев, и постепенно он уменьшается. Вот тут слабое звено, то есть по возрасту, что отстает, оно начинает перегибаться. Она спит, она переохлаждается, эта птичка, конечно. И та слабая птичка, она именно слабая птичка, начинает болеть. Первое. Значит, если птичка уже крупная, и она заболела, только единственные экземпляры, то я подростку, цыпленку двухмесячному даю пол таблетки римонтадина, то есть горло протолкнул. Готовь. Если птичка уже как вот побольше у меня, молодняк, и видно, что сильно больная, даем целую таблетку. Взрослой курице, соответственно, тоже целую таблетку. Но бывает, взрослая курица, если в плохом состоянии, можно две таблетки. Значит, по своим экспериментам я давал таблетки антибиотика вместо римонтадина. Птичка умирает. От антибиотика большой дозы в плохом состоянии, когда птичка, она умирает. От римонтадина она выживает. Вот это не антибиотик. Это антивирусный препарат, но он помогает, ребят. Далее. Поэтому все основное лечение индивидуальной птички происходит римонтадином. Если птички ослаблены много, как сейчас, то есть первая одна, вторая, там, то, что больше было, я дал римонтадин, она выздоровела, но другая там появляется, то есть ей холодно, она остает в росте, перья, распускает перья, опускает клювья, спит, открывает рот, простудные заболевания. Вот тогда идет вход антибиотик. Почему я использую антибиотик ципрофлоксацин? Потому что этот антибиотик не дорожает сильно. Это раз, так как подорожал эриприм. Очень сильно подорожал белорусский препарат. Его аналог полибром. Концентрат, полибром концентрат. Тоже белорусский, другого завода. Цена не отличается. Все то же самое. Посолка 50 грамм или эриприма 100 грамм. Значит, далее. Витамины всегда даю совместно с антибиотиками. Теперь, ребята, как лечу птичку, которая подростки, которая заболела не одна, две там, которые можно дать таблетку, а уже какая-то масса. Видно, что закрывает глаза, как бы спит там то и теряет шустрое, движение происходит у этой птички меньше. Ну, видно, да, она сторонку обычно отходит, одна сидит. Бывает, птичка греется, это вопрос в другом. Но когда птичка болеет, как бы видно, ослаблена. И симптомов никаких нет, ребята. Вот тогда мы применяем антибиотик. И даем обогрев. Самое главное, даем хороший обогрев, чтобы птичка могла греться. А переохлаждение, холод в той птичке, которая не сформировалась в выработке тепла, то есть стабилизации температуры, вот в то время самое уязвимое. Будем говорить так. Теперь, что нам для этого надо? Нам нужно. Я беру, использую вот такую вот кофемолку.
старую электрическую кофемолку. Надеюсь, вам видно. В эту кофемолку, ребята, я кладу 20 таблеток циклофлоксацина, то есть две пачки. Одну пачку ремантадина можно использовать, ребята, один к одному. Но когда птички много и когда она болеет, именно когда она болеет, не профилактически, а когда она болеет, я ложу две пачки циклофлоксацина. Почему две пачки? Потому что я ухожу с эритрима БТ, потому что он малоэффективен. Я вот замечаю все, что он малоэффективен по сравнению с циклофлоксацином. И постепенно я от этого просто ухожу. Потом последний у меня закончится, как это вот. Значит, эрибрим БТ неплохо давать цыплятам с первых суток жизни. С одной стороны, комбинированный препарат неплохо. Хотя он предназначен для птички от одного месяца. Поэтому, тут как сказать, даем с первых суток и нормально. А вообще он как бы с месяца. Для многих животных, не только птиц. Вот, для всех, для любой сельскохозяйственной живности. Далее все это дробится здесь, и единственное предварительное эндовид витамины. Хорошо бы были, ребята, витамины эндовид, но они что-то с продажи исчезли, и цена поднялась резко. Вот, в эндовите есть витамин D2, вот плюс, а в эндовите его нет. Но эндовит жизненно важный препарат и сильно не подорожал, 53 рубля. Где-то 54 рубля в том районе. Поэтому я использую его. Значит, во время лечения молодняка я также использую аджику или сухой красный перец. Ну вот здесь его содержится очень много, и она мне нравится. Во-вторых, здесь витамины. Здесь не только красный горький перец, и болгарский, и другие специи. Если посмотреть некоторые видеоролики, то многие переходят не на поливитамины, а на приправы. Кто паприку добавляет, кто там еще какие-то приправы, которые можно дешево достать. В Америке уже стали экопродукт выпускать, но вот вместо витаминов используют вот эти вот препараты. Они цвет мяса дают, они цвет яйца дают. Поняли, да, смысл? Помимо всего остального лечебного эффекта и полезного эффекта. Вот. Поэтому я использую его. Сколько его положить? Допустим, мы положили сейчас две таблетки ципрофлоксацина, положили одну пачку ремантадина, то есть 20 таблеток, положили 3 ложки вот этой смеси горькой и положили десяток гранул витамин. Витамины перед этим я раздавил чуть-чуть ложкой и все положил в кофемолку. В кофемолке я это все раздробил, ребята, и получил я, ребята, вот такую вот массу. Эту массу я добавляю в корм. И можно добавлять суточным цыплятам. То есть она сделана и для суточных, и для этого лечения. Но поилки я не добавляю, потому что перец, остаток будет разбухать и забивать мне сами поилки. Поэтому я даю корм. Еще раз повторю, почему ципрофлоксацин. Первое, что он не подорожал, жизненно важный препарат. Продается в любой человеческой аптеке. Витамины то же самое. Ремантадин то же самое. Везде. И самые дешевые препараты. Но эффективные, ребята. Ципрофлоксацин выводится из организма сутки. Ребята, не у каждого есть возможность целый день. Вот если начали давать какой-то антибиотик, допустим, энрофлоксацин, там, байтрил, разницы нету, да, один и тот же препарат, будем говорить. Вы должны целые сутки, чтобы птица пила воду с антибиотиков. Целые сутки. А когда вы на работе, как тогда? А воду выпивают летом они быстро, до обеда, а потом. То есть все время должны пить. Здесь, ребята, наоборот. Одно питание или один пропой, вот чтобы все напились вдоволь или наелись вдоволь, положить такую дозу, особо эти препараты не боятся передозировки, не боятся. Вот в этом вопросе, в этом очень хорошо, что передозировку вы не сделаете. Вот я посмотрел, сколько у меня здесь,
тысяч 40, допустим, да? На 40. Сколько я положу сюда раствора? Я знаю, что в одной ложке, смеси будет, вот такой одной ложке смеси, будет одна там метка или полторы ципрофлоксацина, одна романтадина и витамины и перец. Вот где-то так. Поэтому вот я вот взял вот так вот, ребята, и добавил форму. Форма этот остаток, они наелись. Понимаете? Даже если мы добавим сверху после этого корпуса, мы не заедем, он перемешается, все равно этот препарат в течение суток он попадет в кровь птицы, в тех желудок. И вот так вот ребята перемешали. Я надеюсь, вам это все видно. И все перемешали вот так вот, ребята, в кормушке, все это, ложку одну. Одну ложку чайную я перемешал вот так вот. Так как гранулы, они бьют, по ней лазят, ходят. Гранула какая-то поломалась, а какая-то целая. Так как всегда остатки есть, а мы просыпаем сверху, потому и гранула поломанная остается. Это очень хорошо. Они выедают, конечно, всю ее. Но для препарата, для смешивания препарата очень хорошо. Поэтому я даю в сухом виде. Он не испортится, они его по-любому съедят. И вторичное применение только через сутки. То есть вы утром дали, в следующий раз препарат надо дать только утром, уходя, допустим, на работу. Это очень удобно. Препарат довольно эффективный. Довольно эффективный. И я их даю обычно 3 дня подряд. Если я, допустим, запустил, не получилось, забыл или как-то вылетело, то вечером у меня все равно есть возможность его дать. Понимаете? И препарат долго держится в крови, и эффект будет продолжаться все равно. Не по часам, не то, это не такой препарат, который каждые 2 часа или каждые 4 часа должен приниматься в организм. Иначе он теряет эффективность. Он сутки минимум, а то и более держится. Поэтому, ну, не получилось у вас что-то дать. Именно для тех людей, которые работают, у кого домашняя птица, которые оставляют эту птицу надолго, вот такое вот лечение самое оптимальное. Поэтому, ребята, пусть они кушают, у меня цыплята все, даже слабые, даже больные, они будут кушать. Если он не будет кушать, он погибнет. Туда ему и дорога. Нам плохие цыплята с плохим иммунитетом не нужны. Но если я вижу, что ослаблено чуть-чуть, соответственно, я помогаю птичке преодолеть какую-то напасть. То есть зависящая не от нее, то есть, или может вирусная. Но вирусная она обычно идет как? Переохлаждение. Переохлаждение, простуда. Вот основное заболевание. И еще есть такое заболевание — оспа. Она, ребята, оспа стала совсем другая. Начинается она с глаза. Ребята, с глаза начинается. А еще раньше у взрослых кур начинается с глаза, начинается с, как сказать, ворочения головой, то есть трясет головой. Вначале мы думали клещ, потом думали, что это вша. В итоге все это выяснилось. Почему? Вот, например, на легорный далматинце. Легорный далматинца я лично прививал своего. И если барковская бабистка у меня заболела, переболела она без проблем, а уверяли меня, что ее ветеринар, все вакцины были сделаны, конечно, верить этому нельзя. И вот получилось так, что тоже далматинец тряс головой, но заболевания никакого не было. Поэтому, опять же, и тут, опять же, один из симптомов, у меня подозрение, что птица может трясти головой, и или из-за того симптома, что это у нас начало оспы, или это вша. От вши я, ребята, пролечил. Оно не сразу перестало трясти головой, но как прошла вот оспа у меня, у моей барковской, без потерь, вообще легко прошла. Ну, потому что птица взрослая. И потом вся птица перестала трясти головой. Но болезни оспы на далматинце, который тряс головой, не было. На этом я с вами, ребята, прощаюсь. Я думаю, мой видеоурок вам поможет и будет помогать
долгое время для лечения вашей птички. А мы с вами прощаемся, ребята, и встретимся с вами в следующем видео.